Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работу художников, знакомиться с биографией. Ричард Кейтон Вудвилл, младший. Английский художник-иллюстратор, наиболее известный как один из самых плодовитых и эффектных живописцев батальных сцен конца 19-го, начала 20-х веков. Сын Ричарда Кейтона Вудвилла-старшего, который также был талантливым художником. Учился в Дюссельдорфской школе живописи у прусского военного художника Камхаузена, а затем у Эдуарда фон Гебхарта, прежде чем недолго учиться в России, а затем в Париже у Жана Леона Жерома. Вудвилл провел большую часть своей карьеры, работая в Illustrated London News, где он быстро приобрел репутацию талантливого репортера и писателя, но также публиковался в других журналах. Впервые лично участвовал в битве, когда был направлен для репортажа о русско-турецкой войне 1877-1878 годов, а затем снова на англо-египетскую войну 1882 года, где в декабре он сделал многочисленные зарисовки, а также раздобыл фотографии окопов для своего друга и коллеги-художника Альфонсо Мария Адольфа Деневилля, которому было поручено нарисовать сцену сражения. В 1879 году картина перед Лейтеном 3 декабря 1557 года была выставлена в Королевской академии. Она оказалась популярной, и впоследствии он начал регулярно выставляться в Беллингтон-хаузе, где в конечном итоге была показана его батальная картина. Его наиболее популярными работами были те, которые касались современных войн, таких как Вторая англо-афганская война, Зулусская и Первая англо-бурская война. Его работы из Египта были выставлены в Обществе изящных искусств в 1883 году, где его картина «Атака лунного света» Касасини оказалась очень популярной. В следующем году он выставил по королевскому приказу еще одну написанную им картину о войне в Египте под названием «Гвардейцы в Тель-и-Кибири», находится в королевской коллекции. В 1896 году разработал дизайн обратной стороны медали британской и южноафриканской компании. Я цитирую Википедию. Продолжает рисовать сцены сражений. Несмотря на свой не по годам развитый талант запечатлевать драматические моменты современных сражений, Вудвилл также любил воссоздавать исторические сцены, как маслом, так и акварели. Во время Первой мировой войны Вудвилл был вынужден вернуться к изображению текущих событий, и три из его великих военных работ были выставлены в Королевской академии. При жизни пользовался большой популярностью и, вероятно, считался лучшим среди своего жанра. Писал так же хорошо, как рисовал, и часто был предметом статей в журналах. Питал глубокую страсть к британской армии и даже вступил Беркширский отряд Ямена в 1879 году, оставаясь с ними до 1914, когда поступил в национальный резерв в звании капитана. Женился на Энни Элизабет Хилл. В 1884 году у них родились сыновья-близнецы, актер Энтони Кейтон Вудвилл и художник Уильям Пассенхэм Кейтон Вудвилл. Его жена подала на развод в 1892 году, несмотря на свой успех, испытывал финансовые проблемы и вскоре был объявлен банкротом в 1905 году. 17 августа 1927 года Вудвилл был найден застреленным в своем студии Сент-Джон-Вуд, где также был найден револьвер. Следствие ему установило, что он был не в себе, когда покончил с собой. Кейтон Вудвилл умер фактически в нищете, и его могила не была отмечена на момент его смерти. Его работы до сих пор выставлены в Национальном музее армии, галерее Тейт и художественной галерее Уокера и Королевской академии. Вот так вкратце из Википедии о художнике Ричард Кейтон Вудвилл младший, английский художник и иллюстратор. Пока-пока, до свидания.